Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ». Математика, 4 класс, автор Чекин, часть 1, задание 114. Если известен периметр квадрата, то можно ли однозначно установить его площадь? Сделай это для квадрата, периметр которого равен 20 сантиметрам. Объясни, почему площадь квадрата однозначно зависит от его периметра. Итак, можно ли однозначно установить площадь квадрата, если известен периметр квадрата? Давайте попробуем сделать это для квадрата, периметр которого равен 20 сантиметрам. Итак, действие первое. Мы знаем, что периметр квадрата равен сумме его сторон. Сторон у квадрата 4, и все стороны квадрата равны между собой. Тогда для того, чтобы рассчитать сторону квадрата, нужно периметр разделить на 4 равные части. 20 делить на 4 будет 5 сантиметров, и это мы вычислили сторону квадрата. А теперь, зная сторону квадрата 5 сантиметров, мы можем вычислить площадь квадрата. Мы знаем, что площадь квадрата равна произведению стороны на себя. То есть 5 умножить на 5, получим 25. Теперь давайте вспомним про единицы измерения. Ну, раз стороны квадрата измеряются в сантиметрах, то тогда площадь квадрата будет измеряться в квадратных сантиметрах. Вот так. Это мы нашли площадь квадрата. Таким образом, по известному периметру мы вычислили площадь квадрата. Тогда теперь давайте запишем ответ. Отвечаем на первый вопрос. Если известен периметр квадрата, то можно ли однозначно установить его площадь? Можно. Так и запишем. Если известен периметр квадрата, то можно однозначно установить его площадь. Поставим точку запятой и теперь ответим на последний вопрос. Объясни, почему площадь квадрата однозначно зависит от его периметра? Площадь квадрата однозначно зависит от его периметра. Так как Но если говорить о периметрах квадрата, то можно сказать, что если сравнивать периметры квадрата и говорить о стороне этих квадратов, то сторона квадрата однозначно зависит от периметра квадрата. А площадь квадрата, в свою очередь, однозначно зависит от стороны квадрата. Таким образом, мы запишем ответ наш так. Площадь квадрата однозначно зависит от его периметра, так как сторона квадрата однозначно зависит от его периметра. А площадь однозначно зависит от стороны квадрата. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.